Здравствуйте, здравствуйте, доброй ночи. Кому не спится? Привет. Мне, да, что-то не спится. Каждую ночь одно и то же. Скажите мне лучше, как у вас сегодня голова не болела? У меня что-то сегодня прям ужасно болело. Вообще мигрень такая дикая была прям. Даже одна таблетка не помогла, пришлось две пить. Привет. Здравствуйте всем. Что-то прям сегодня голова... Ой. Давно так голова сильно не болела, как сегодня. Доброй ночи. Сейчас скоро пойду отдыхать. Сейчас с вами посижу немножко и пойду отдыхать. День кривой, все не складывалось, депресняк. Да ладно, там кривой, а вот то, что голова болела так, это вообще, конечно. С китайским Новым годом. Сегодня, кстати, Татьянин день начался, так что всех Танюш с днем ангела. Соскучила по сторис. Ой, сегодня я не могла ничего снимать, потому что у меня ужасное было состояние. Очень сильно болела голова просто. Ужас. Я про Риму, мне 100 человек уже написала. Я свое мнение уже сказала по этому. Мне кажется, что это шутка просто, типа хайпа. Потому что Рима очень женственная. Она женщина на 100%. И поэтому лично я не верю в это во все. Новые энергии тут на землю. Доброй ночи. Моя дочка сегодня день ангела. Ой, поздравляю. Настроение бодрое, готово к марафону. Танечка, уже совсем скоро один день остался. Так что готовьтесь. Скоро мы будем одной большой семьей идти к своей цели. Разговаривать каждый вечер и каждое утро. По душам. Новолуние, да? Интересно. Очень болела. Просто давно такого не было. У меня бывает мигрень, но вот такого сильного приступа уже давно не было. У меня у мужа сегодня день рождения. Да, ждем марафон. Да, да, скоро уже, скоро, девочки. Прям чуть-чуть осталось, прям. Сама жду. Встречи с вами. От мигрени я обычно принимаю сомамигрен. Сегодня тоже приняла и ждала, что через полчаса примерно начнется облегчение. И что-то как-то не очень. Пришлось еще одну пить через час. И только к обеду более-менее как-то часам к трем даже получше стало. Почитала отзывы марафонцев «Так держать». Ирина, вы большая умничка. Если бы вы все читали отзывы, которые мне оставили, у меня просто не хватит места в сторис, чтобы все разместить. Просто очень много отзывов. Доброй ночи, жду с нетерпением марафона. Новопосить на ночь? Нет, кстати, не пробовала. Надо попробовать. Здравствуйте, случайно проснулась, увидела, что вы не спите, запустили прямой эфир. Сквозь сон зашла к вам сказать, что у вас замечательная семья, я с удовольствием подписана на вас, будьте счастливы. Спасибо огромное, Танюшечка, спасибо. Но если это шутка, то очень тупая, Рима что-то совсем. Ну, вы знаете, как сейчас же все хайпятся, стараются, по крайней мере, и не скрывают этого. Все хотят популярности. Почему мигрень? Я не знаю. Мне кажется, это наследственное. У меня с 16 лет мигрени начались. У мамы моей были мигрени постоянно. Идемте к Африкантовой. Там ничего не болит. Танцуем. Молодцы, девчонки. Танцуйте. Поздравляю Юрия. Пример всем мужчинам. Помассируйте переносицу.
Иду на марафон, но ужасно боюсь первого дня. Боюсь, не смогу. Даже не переживайте. Вот вообще не переживайте. Вы точно сможете. Все смогли, и вы сможете. Еще и понравится. Да, уже соскучилась. Теплый вечер с Ириной. Вот правда, Ирина Александровна, извините, что сократила, но так приятно общаться, следить за вами. Ни одной сторис, ни одного эфира без меня. Если я напишу про марафон, вы меня заметите. Кать, я все читаю сообщения, если успеваю. Сегодня что-то никто не спит. Мой муж спит. Спасибо, что приняли в марафон. Будем надеяться на результат. Даже не сомневайтесь, будет результат. У всех был. Не было ни одной девушки, у которой не было результата. Ни одной. Я тоже хочу в марафон. Напишите мне, остался один день, девчонки. Кто не успеет, тот не обижайтесь уже. Потому что я много раз объявляла, говорила. Поэтому один день ровно остался. Потом будет стоп, и я уже не приму никого. Сегодня повышенное атмосферное давление. Может, на этом фоне головная боль. Не болейте, вы нам нужна здоровая. Спасибо, Мариночка, большое. Надеюсь, что такого приступа не повторится больше серьезно, потому что было не очень хорошо, конечно. Как много людей не спит. Так и разные часовые пояса же. У некоторых, мне кажется, уже и утро даже. Ого, в таком раннем возрасте. Да, 16 лет. Как поучаствовать в марафоне, напишите мне в директ или на почту. Мигрень – это очень мучительная головная боль. Очень. Она локализуется в правой височной части, вот тут вот. И пульсирующая такая боль, страшная, очень болезненная. Спокойной ночи, сладких снов, мне через 2 часа вставать. Ого, конечно, ложитесь спать. Спокойной ночи. Спасибо, что переосадили Африку. В каком плане переосадила? Я ничего такого не делала, чтобы что-то переосадить кого-то. Ирсанна, привет. Доброе утро, Ирина. Как день прошел? Я уже сказала, у меня сегодня мигрень очень сильная была. Очень. Поэтому полдня, считаю, что просто прошли, как в коматозе в каком-то. Как в полубеспамятстве. Я не хочу популярности, поэтому не снимаю истории со своей жизни. Причем тут вы, Алсу? Я не поняла вообще смысл. Хорошего гинеколога в Ростове не посоветуете, девочки? Так, девочки, кто из Ростова, посоветуйте. Летим на Пхукет, очень боюсь перелет. Ох, Ириш, если вы летите компанией, я думаю, незаметно пролетит время, не переживайте. Я тоже поздравила Татьяну Владимировну, да. У вас зрение минус сколько? У меня астигматизм. Меня спасает от мигрени Нурофен, Лонг или Буклин. Состав парацетамол и бупрофен попробовать. Ой, надо записать. Нурофен, Лонг или Буклин. А можете мне в директ прислать, Наташа, пожалуйста? Чтобы я сейчас не искала ручку. Нурофен, Лонг или Буклин. То, что я забуду. У меня сейчас память такая, как у рыбки. 3 секунды. Хорошо? Спасибо, что ответили. Очень приятно. И мой спит, а я не могу уснуть. А мужчины как-то попроще, да, со сном? В основном женщины почему-то страдают бессонницей. Я заметила. Вот вы заметьте. Мужчины вообще спокойно. Только до подушки и спят. Завтра в 12 начало. Светлана, начало воскресенье в 12 часов. Ну как начало? Предварительный прямой эфир. У меня тоже мигрень, пью суматриптан. Что за марафон? Марафон стройности. О, привет, Илья. Илья, привет. Ничего себе. Ты тоже не спишь. Скриново платье марафона можно? Конечно. Какая цена? 750 рублей. Мы без вас уже не засыпаем, любим вас. Спасибо. Кстати, от вас видеозвонок был. Я сбросила. Наверное, вы ошиблись, да?
Молодцы, что поздравили всех Таню, Татьяну Фрикантову. Конечно. Всех Танюш еще раз поздравляю с Татьяниным днем. Здравствуйте, здравствуйте. О, в Комсомольске уже утро. Доброе утро. И Владивосток, наверное, тоже, да? У нас завтра с мужем годовщина, 10 лет. А послезавтра у мужа 33, 27 марафон. Столько событий, все радостные. Да, Мариночка. Надо будет вас поздравлять, поздравлять и поздравлять прям. Муж-то знает, что вы идете в марафон. Не говорите никому. Все марафонцы, кто у меня сейчас вступил в марафон, не рассказывайте никому. Не надо. Ирина Александровна, марафон начнется 27-го. Дальний Восток просыпается раньше. Как быть? Так, Олечка, я именно поэтому, именно из-за разницы в часовых поясах, начинаю 26-го в 12 часов дня. То есть 26-го в 12 часов дня по Москве я буду рассказывать уже, что делать. Хорошо? Не пропустите эфир. Если пропустите, он будет в записи. Да, у нас 9 утра, Хабаровск. Якутск, 8 утра, ого. А если в марафон не скинешь нисколько килограмм, вы вернете деньги за марафон? Нет, Наташ, я не верну деньги за марафон. Потому что я потрачу свое время на вас. Потому что если вы не скинете килограммы, то значит вы не сделали то, что я вам говорю. Если вы выполните все мои рекомендации, вы 100% скинете килограммы. Это без вариантов просто. Не болейте. Кто тут сидит из-за Африкантова и ставим танцующую куклу? Надо разобраться в причине боли. Звучит банально, но если разобраться... Ой, Катя, ты знаете, что на самом деле существует даже институт мигрени? И в каждой стране до сих пор еще не выявлена причина мигрени. Кто-то говорит, что это игра сосудов головного мозга. Кто-то говорит о том, что это не хватает серотонина. Ну, разные. Я уже столько всего прочитала про мигрень, столько всего испробовала. Столько мне обещали остеопаты, что они меня излечат, вылечат. Никто не справился с мигренью, никто, и я уже не верю, что кто-то может справиться. И иголки, и током, и чем меня только уже не били, не лечили и не шпыняли. И пиявки, все вообще. Так, Ванесса, иди сюда. Вот, так что я думаю, что это бесполезно. У нас ветрище холодное, Хладрыга. Привет. Новосибирское утро, но не сплю давно. Так, Морозова, я сейчас удалю. Желаю вам, чтобы вы забыли о головной боли. Это будет чудо, и мигрень останется в прошлом. Да, я бы хотела бы, да. Про марафон очень просто. Напишите мне в директ или на почту, и все. Почта у меня в шапке профиля. Там только диета или еще физические упражнения. Если с Украины, тоже может... Да, с Украины, кстати, много девочек. С Белоруссии, с Молдовы, с Украины, с Казахстана. Нет, там без спорта. Без спорта у моей Маргаритки идет марафон сейчас. Спасибо большое, что вы сразу отвечаете в директ. Вы милая, спасибо. Спасибо вам, мы поперезнакомились, поддерживаем друг друга, настраиваем, ждем начала марафона. Очень здорово, я прям рада, что вы познакомились и дружите. Это очень хорошо. Я вам написала в личку. Хорошо, я посмотрю. Девочки, марафон супер, только советы Ирины что стоит, а как Ирина мотивирует. Ой, спасибо, Татьяна, большое. Ростов. Здравствуйте. Так есть хочется, но нельзя. Вы на диете, что ли? Всех Татьян, Танюшки, студентов с праздником. Присоединяюсь полностью. Ирина, у меня часто висок левый колет. Это из-за нервов, наверное.
Ой, это к неврологу, мне кажется, надо. До этого вы сказали, что всем нужна популярность, мне не нужна, сказала. А, ну я же имею в виду тех, кто уже ее хлебнул. Алсу. Я про этих людей имею в виду. Какое у вас зрение? У меня сигматизм. Два раза писала в директ насчет марафона, не отвечают. Значит, я просто не вижу. Знаете, есть такое, что Инстаграм не все сообщения пропускает. Я уже в эфире несколько раз показывала. Поэтому напишите на почту. У меня на почту 100% придет. И тогда я вам отвечу. Почта у меня в шапке профиля. И Буклин хорошо помогает. Что-то я ни разу даже не пробовала. Надо попробовать. Ой, прям так мило наблюдаю, когда вы в гостях у сына. Вот прям это так мило наблюдать. Думаю, мам подростков поймут. У вас у детей достойные отношения, это не лезть, то, что видно. Спасибо, Мария. Марафон стоит 750 рублей. Да, спят хорошо, даже если поругаемся, спит какой-нибудь. Вообще, я давно заметила. Ругайся, не ругайся, расстраивайся. Женщины сразу не спят, расстраиваются, а мужчины только до подушки и спать сразу. Цитрамон мне вот, кстати, перестал помогать цитрамон еще лет 20 назад. Представляете, я его с 16 лет пью. Сначала одна таблетка помогала, потом две стала помогать, потом три, потом четыре, потом шесть, а потом вообще перестал помогать. Какая вы хорошая, жду марафона. Здоровья вам. Спасибо. У меня доченька Татьяна в этом году будет 35. Ой, у меня Олечке 33. Я его, по привычке ее называю Алюня. С детства ее все время Алюнечка, Алюня моя. Марафон длится 20 дней. Здравствуйте. Сохраните эфир, на вас очень приятно смотреть и слушать. Я вас обожаю. Завтра на работу нужно идти ложиться спать. Хорошо, конечно, сохраню. Вам идут очки. Вот я заметила, что именно вот эта оправа идет. Надо будет себе такие заказать. Мне пенталгин не помогает. Муж в курсе, что я в секте. Сказал, после дня рождения можно. Марин, передайте мужу, что секта у нас супер-пупер просто. А завтра у нас с мужем 22 года, как мы вместе. А 27-го у него день рождения. Ну, так у вас вообще столько поводов, чтобы просто попраздновать. Я буду спать, когда вы будете рассказывать. Потом в записи посмотрите. Вы очень органично смотритесь в очках. Спасибо большое. Муж пьющий, что делать, Арсана? Уходить, семью ж не построить. Попробуйте все-таки как-то его спасти от алкоголизма. У меня папа, царство небесное, очень сильно пил. А он прям пил, алкоголиком прям был. Мама его привела в чувство. Он бросил пить в один день. Я, наверное, в классе в пятом была, может быть, в шестом, не знаю, когда папа перестал пить. Вообще. И он не пил до конца жизни, вообще не пил спиртное. Поэтому... Я до сих пор помню эти ужасные скандалы, драки, пьяного папу помню. Но потом он перестал пить совсем. Просто. Он даже пиво не пил, ни шампанское не пил, ничего. Поэтому все возможно. Он не кодировался. Просто мама поставила его перед выбором. И он выбрал семью. Я в марафону никому из близких не сказала, молчу. Хочу посмотреть, заметит или нет изменений. Ирочка, совершенно верно. Вот очень правильно. Я уже говорила на марафоне, и здесь повторю. Как только вы объявите кому-то на работе или в семье, там, не знаю, подружкам о том, что вы на диете, они найдут 3000 поводов, чтобы вас накормить. Вас начнут соблазнять едой. Вас начнут провоцировать и говорить, что... Ой, посмотри, какая вкуснятина, кушать при вас, делиться рецептами, еще чем-то. Не рассказывайте. Пусть просто вам куча комплиментов будет огромным бонусом в этом марафоне.
Все все заметят, поверьте мне. А помимо марафонцев мы вас будем видеть, а то без вас будет скучно. Конечно, Полин, я буду выходить, но не так часто, как сейчас, потому что я много внимания буду марафону уделять. Утром и вечером в эфире. И помимо этого отвечать марафонцам в директ на их вопросы и так далее. Нет, у меня сейчас мигрень прошла. Наконец я успела к вам в эфир. Мне миг не помогает, кстати. Мне не помогли пиявки, я пробовала. Возьмите в марафон, пожалуйста. Напишите мне либо в директ, либо лучше на почту. Днем нет, не сплю. Мигрень не лечится, к сожалению. Да, я согласна с вами. Вас обсирают в эфире у Тани. Ну, мне жалко этих людей. Видимо, в них столько дерьма, что они выплескивают его просто так. Просто растрачивают свою жизнь на негатив. Это ужасно. Мне жалко, правда, таких людей. Напишите мне, я обещаю никогда не рекламировать результат. Не поняла. Кать, вы можете зайти в марафон, участвовать, а рекламировать результат или нет, это ваше дело. Я ни у кого не требую фотографии или там еще что-то. Девочки мне пишут в директ свой вес, первый, третий, последний день, все. И только одна вот девушка из первого марафона мне сказала сама, что она хочет, чтобы я опубликовала ее фото до и после. А так, в принципе, я не настаиваю, потому что я считаю, что это такой вопрос деликатный, и не каждый захочет себя показывать. Да и не нужно это. Я бы, допустим, не хотела, чтобы меня где-то публиковали. Поэтому, девочки, кто в марафон, там вообще не переживайте. Я не требую ни с кого фотографий. Вообще. Вы можете выслать только вес первый, третий и последний день. Все. Украина сегодня уже ДР у нашего президента. Были ли в отношениях с человеком, которого не любили, но зависели финансово? К маме уйти не могу, терпеть это тоже. Никогда не была в отношениях с таким человеком. И дочери моей тоже. Как-то, знаете, если вы самодостаточный человек, то лучше обходиться краюшкой черного хлеба и чаем и жить свободно, чем вот зависеть от того, что дадут тебе денег или нет, и не любить. Это ужасно вообще. Настолько хорошо быть свободным и не зависеть ни от кого. Это очень хорошо. Учитесь этому. Учитесь дышать свободно и любить этот мир. У вас чишки, девочки. У меня мальчик и девочка. У меня мама страдает мигренью, это правда неизлечимо. Сколько таблеток не пей, это правда, да. У меня тоже головные боли постоянно. Нас сегодня маловато, хоть без говнобаб, и то, слава богу, это точно. Согласна с вами. Марафон будет длиться 20 дней. Где вы познакомились и дружите? Я тоже в марафоне. В марафоне девочки организовали сами, админы сделали WhatsApp-чаты. И там вот девчонки поперезнакомились, попередружились. Смотреть на красный цвет, говорят, помогает. Да, конечно, это ерунда же, понимаете. Хиджамы пробовала, не помогает тоже. Ирина Александровна, я из Севастополя, у себя в мобильном. Вот Оля Полущина написала мне. Обязательно отвечу, Олечка. Из Севастополя. У себя в мобильном приложении не могу, как оплачивать Сбербанк через нас. Я напишу. Напишите мне в директ, я напишу, как с Украины оплачивать. Это просто. Как справляется с погодой? Ой, я поэтому на Кипр летаю. Хотя бы раз в год я вот... Но сейчас почаще, потому что Рита на Кипре. А так раз в год я снимала там виллу и на месяц улетала.
ко мне Оля прилетала с Кирюшей, к Рите я тоже летала, поэтому я вот выход нашла для себя именно такой. И я, кстати, делаю анализ витамина D до и после. И я вам скажу, мне хватает, вот то, что я месяц на солнце нахожусь, хватает витамина D на год. Поэтому очень важно бывать на солнце, на море, если живешь в таком климате, как у нас здесь. Сижу, реву, жизнь в хлам. Ой, перестаньте, вы что? Не тратьте свою жизнь, свои минуты на слезы и на проблемы. Не надо. Жизнь настолько прекрасна, все пройдет, правда. И это тоже пройдет. Выпейте чаю сладкого и поспите. В Павловском посаде погода. Все бело, все в снегу прям. Долго решались на третьего? Нет, спонтанно получилось. Мигрень лечу, так беру обезболивающие и две ножпы. Киров, привет. Спасибо за ваши советы. Вы красотка, даете стимул, здоровье, счастье. Смотрю вас и ваших дочек. Спасибо. И у меня муж такой быстро засыпающий, крепко спящий. Это точно. Все мужчины, у них нервная система просто вообще железобетонная. Говорят, цитрамон вреден, влияет на давление. Ну, это у тех, у кого высокое. Вообще в цитрамоне кофеин есть. Поэтому говорят про давление. На самом деле там кофеина такая доля маленькая. Вы так приятно прочитали про то, что в гостях у сына в отношении детей растет дочка. Хочу отношения мамы-подруги. Видно ж, как у вас, значит, возможно. Мария, точно возможно. Я с моими девочками, мы как вот подружки прям разговариваем. Я даже иногда, мне иногда кажется, что Оля моя мама. Она со мной как прям как с дочкой разговаривает порой. Мираба, Мираба. Здравствуйте. Вы можете посоветовать какой-нибудь рецептик от кашля? От кашля для деток очень хорошо черная редька с медом. Я постоянно про этот рецепт говорю, вы себе запишите. Берете черную редьку, бабушек на рынке купите. Срезаете шапочку, вычищаете внутри, туда 2 столовых ложки меда, накрываете шапочкой, поставьте в бокал, чтобы она не переворачивалась, в пакет и оставьте при комнатной температуре, лучше в темное место. Буквально через 12 часов, а лучше через сутки, у вас уже будет готов сироп от кашля. 3 дня по столовой ложке, 3 раза в день, и все, и вы забудете про кашель. Это сладенький, но единственное, запах не очень хороший, но сладкий, вкусный сироп. С очками вы даже моложе, хотя не как это фейк очки. Девоньки, раз не спи, а дам на чаек. Девочки, кто страдает мигренью, убирайте продукты, провоцирующие сыр, вино, кофе. Вот сегодня я ни сыр, ни вино, ни кофе, ни орехи, ничего не было, а мигрень была. Я думаю, что все-таки это метеозависимость, просто сосуды не выдерживают, и все, скачки атмосферного давления. Доброй ночи. Можно участвовать в марафоне «Мамам на ГВ». Нет, я всем мамам на ГВ пишу о том, что давайте вы сначала откормите ребеночка, потом приходите. Как раз Оля моя собирается потом прийти после того, как откормит Левушку, и вы приходите тоже. Все-таки на ГВ думайте о том, что ребеночку надо кушать. Наслаждайтесь материнством. Я тоже никому не сказала, даже мужу. Зарема и не надо. Вы знаете, как будет приятно, когда он заметит? Вот у меня было такое в марафоне, девочки писали, что мужья стали делать комплименты, подарки. Так что классно вообще. Вас ждет столько приятного в марафоне. Вы себе не представляете. Очень много приятного ждет. Как вы хорошо выглядите. Спасибо. А я сижу на работе, пишу карты вызовов, слушаю вас. Так умиление вас слушать, спать хочется. На скорой работаю. У вас очень благородная работа, Антонина. Я желаю вам терпения с больными. И чтобы у вас не было неприятных случаев с больными. Пусть все будут здоровы.
В России алкоголизм бич как женский, так и мужской. Ужаснее это женский алкоголизм. Да, Аленушка, это точно. И я молчу, не говорю. Психосоматика, мигрень я читала. Знаете, честно, я не согласна. Правда, не согласна. Написать можно что угодно, заумные речи всякие, все. В моем случае абсолютно нет. Я считаю, что все четко. У меня просто плохие сосуды, и они просто плохо реагируют на атмосферное давление. Это, по крайней мере, научно объяснимо. Все остальное – это просто чушь. Как вы относитесь к тому, что молодежь, глядя на вас, не хочет учиться, проще ведь в Дом-2 пойти, так и говорят? Ох, я так скажу, что значит «глядя на вас»? Во-первых, мои дети все с высшим образованием. Во-вторых, у меня 2 высших образования. Поэтому я не понимаю, что значит «глядя на вас». Я мажу виски гелью долги, там в основе есть ибупрофен, спасаюсь этим. Чего себе, я такой даже не знала. Можно спросить, что за марафон, как туда попасть, тоже хочу похудеть. Оксан, напишите мне на почту. Почта в шапке профиля. Я вам отвечу. Жду марафон с нетерпением и надеждой. Наталья. Наташа, все будет хорошо. Поверьте мне. Уже через неделю вы будете писать восторженно. Просто о том, как вы хорошо себя чувствуете. И как вы постройнели уже. У вас приятные эфиры. Спасибо. Квартиру на Кипре будете покупать? Я уже в процессе. Уже начала покупку. Так что все хорошо. Расскажите, как в моем любимом Павловском посаде. Мы его обожаем. У нас дача находится в Арциферово. В Анциферово, наверное, если вы знаете. Да, знаю. О, а у меня весы сломались. Нет, весы нам потребуются. Не кухонные, а обычные весы, где вы будете взвешиваться, они нужны. Поэтому все, кто в марафоне, обязательно весы нужны. Ирина Александровна, вырвала зуб, пью антибиотики, можно их пить, и только воду, как раз попадает 4-5 день мы на воде. Да, конечно, если антибиотики, это что же делать? Вырвала зуб, когда вы сегодня вырвали его? Там 3 дня антибиотики-то больше не нужно. Марафон длится 20 дней, люблю ваши готовки. Спасибо. Очень много людей в марафоне, у всех организм разный. Интересно, программа и продукты для всех одинаковые. Извините, если раньше времени задаю вопрос, я в марафоне, ура. Все очень просто. Смотрите, я даю список рекомендованных продуктов, да, вот на день, да, я даю. Вы из этого списка выбираете то, что вы любите, то, что вам нравится, от чего у вас нет аллергии или там, допустим, что вы не едите. Вы отказываетесь и выбираете то, что вам нравится. И готовите то, что вы любите. Я могу только подсказать то, что я лично готовлю из этих продуктов. Либо девочки в группах между собой обмениваются рецептиками. Поэтому здесь все индивидуально получается. Именно благодаря тому, что есть рекомендованный большой достаточно список продуктов, откуда вы можете выбирать. О коронавирусе ничего не думаю. Думаю, что это опять раздутая история для того, чтобы мы стали делать все прививки и напугались. Нас постоянно чем-то пугают и держат в страхе. Не обращайте внимания. Ирина Александровна, если бы вы знали, какая вы лучшая женщина на планете, люблю вас, уважаю. Ой, спасибо большое, приятно. Золотые слова, я вас люблю. Я считаю, что те мартышки, которые пытаются рассорить восстание, и в жизни такие подружайки, нужно подальше всегда такие держать. Согласна, Аленушка, абсолютно согласна. Вместо того, чтобы радоваться, что две женщины стали нормально общаться, они продолжают лить просто дерьмо. Это вообще отвратительная черта. Я считаю именно отвратительной чертой. У вас есть кошка? У меня кошка и кот. Лиза и Кэш. От мигрени можно попробовать проглистогонить. Ой, не пишите ерунды, правда. Сильно отстаете от комментов? Давайте пролистаем. Вот. Я не делаю прививки. Вообще, от слов вообще. Вы врач-диетолог? Нет. А для того, чтобы вести марафон, не нужно быть диетологом. Мы собираемся девочками, все взрослые люди –
Мы вместе командой делимся рецептиками, стройнеем. Я делюсь тем, как я сделала это сама на собственном опыте. Для этого не нужно быть диетологом. Мотиватором, да, я мотиватор, педагог. Это я хорошо делаю, куратор, как угодно можно назвать. А врачи у нас есть в марафоне, включая мою сестру, она доктор. И до этого были врачи, и сейчас у нас несколько врачей в марафоне. Поэтому ваш вопрос с подковыркой, он как бы мимо пролетает. У нас столько марафоны ведут абсолютно непрофессионалы, просто потому что на своем опыте что-то получили. Поэтому и диетологи есть с трехдневным образованием. Поэтому я не рекомендую вам вот такие вопросы задавать. На ГВ нет, нежелательно, я уже говорила про это. Наслаждайтесь материнством, кушайте сами и кормите ребеночка. Это гораздо важнее. Как откормите, приходите. У меня как раз Оля собирается, как откормит Левушку, тоже прийти в марафон. Так что все в порядке. Хиджаб? Нет, не особенно, нормально, терпимо. Вы прекрасная девушка, когда эфир будет. Потрясающая женщина. Марафон начинается через 2 дня буквально. Ну, то есть предварительный эфир будет уже через 36 часов, а сам марафон начнется в понедельник утром. С сестрой, да, часто общаемся. С этими очками прямо до лица с Олей. Очень похоже с Олей, это правда. Ой, Танечка, здравствуйте. Так рада вас видеть. Так и готовить нельзя, если ты не повар. Что за глупый вопрос? Абсолютно, Анечка, согласна. Абсолютно глупый вопрос. Самое лучшее образование – это опыт и практика. Это точно. Иногда вон к врачу приходишь, как я пришла, и мне камень в почке нашли, которого нет. Вот вам и врач. Никогда не писала, но приятно удивлена, что быстро ответили в директ. Очень приятно. И тут ответили на вопрос о марафоне. Очень приятно. Рискнула, надеюсь, не разочаруюсь. Спасибо вам. Не разочаруетесь точно. У меня вот тут девочки с марафона с первого присутствуют, могут написать свои отзывы. Ирина Александровна, по вашему мнению, сон влияет на похудение? Так как многие диетологи считают, что похудеть надо спать с 23 до 7. Ирочка, ну, по научным исследованиям влияет. Но я могу так сказать, у меня последнее время, вот после смерти мамы, бессонница. Я вообще практически не могу спать. Я постоянно о ней думаю, так не могу говорить, сейчас опять расплачусь. Вот, и, ну, я не поправляюсь, поэтому не знаю даже. Я думала, я сумасшедшая, не сплю, тут столько не спящих. Ирина, вы стали выходить в ночной эфир? Да. Я уже сказала, почему. В марафоне очень строгий режим, есть дни на воде. Да, первые 2 дня на воде есть, да. Потом мы кушаем 5 раз в день. Сейчас мало хороших врачей, от людей, с которыми общаешься, больше пользы. Согласна. Я вам писала под последним постом насчет марафона, не ответили. Девочки, пишите на почту. На почту пишите. Да, в почте обязательно отвечу, не переживайте. Да, 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 Олечка, согласна. Газированную воду в марафоне нельзя пить. Только обычную. Но у нас будет особенная вода. Она будет очень вкусная. Спасибо за ваши ответы. Сегодня супер прямой эфир. Нет злых дней, змей. Ириш, мне кажется, здесь парочку было, конечно, но они притаились. Good night. Не болейте. Спасибо.
какую почту? У меня в шапке профиля страницы есть почта. Агибалова64@gmail.com. Не пробовали к психологу обратиться? Может, помогли бы вам? Это очень тяжело, такой стресс и без сна. Нет, не пробовала. Тяжело-то. Я думаю, что у меня просто была очень сильная связь с мамой душевная. Такая очень сильная. Поэтому я... Мне очень тяжело без нее. Я очень скучаю. У меня мамочка 7 лет назад умерла в больнице под капельницей. До сих пор плохо сплю, очень вам сочувствую. Доброй ночи, привет из Ставрополя. Подскажите, марафон будет проходить вот так, как мы сейчас общаемся, да? Да. Вот так же и будет проходить. Мы будем с вами общаться в прямых эфирах, но просто вопрос-ответ это будет, конечно, но я больше буду говорить, рассказывать и так далее. Алекс, в шапке вашего профиля, ваш сын Олег, почему скрываете? Я вообще, в принципе, нигде ничего не скрываю. О чем вы? Каждый день вспоминаю ваш совет про магазин и воду от меня. Он меня прям бодрит, мотивирует. Ирочка, ну потому что это правда. Ведь действительно, если вот так подумать, да, все в нашей голове. Если подумать, это же действительно так. Мамочка снилась несколько раз, да. Что делать? Первый брак ужасен, не вижу смысла в жизни. Не говорите так, вы что, такие слова страшные. Что значит не вижу смысла в жизни? Лучше тогда разойдитесь, разведитесь и дайте шанс быть счастливым и себе, и мужу. Я вас очень понимаю. Спасибо. Понятно, спасибо, наша дорогая. Последний день оплаты марафона завтра. Один день остался. 26 в 12 часов дня по московскому времени. На странице марафона будет прямой эфир. Мамы не хватает постоянно. Вы мне как самый добрый советчик. Я очень рада, если хоть чуть-чуть заполняю эту пустоту, правда. Не любила вас на дому. Ой, без мамы не дай быть, не дай Аллах. Да. Люблю тебя. А у меня сегодня день рождения, я вас люблю. Поздравляем, Танечка. У вас сегодня не только день рождения, у вас сегодня еще и день ангела. Сегодня же Татьянин день. Так что у вас двойной праздник. Поздравляем вас все. Вот, да, будем особенными в группе хохочем, что будто собираемся на... квест на острове, а если магазин, так можно 2 дня перемерить все платьишки мысли. Вы такие у меня позитивные. Я вас обожаю, мои марафонцы. Я вас просто люблю. Блин, я бы тоже пошла в марафон ради общения, но я дрыщ, мне бы наоборот поправиться. Аленочка, вам так повезло. Представляете, сколько людей хотели бы кушать и не поправляться. Люблю вас. Заметь, пожалуйста. Софья заметила. Злыдни не спят, они все на дискотеке убегают. Татьяна Викторовна, да пускай потанцуют, может, добрее станут. Вы замечательная женщина, очень чуткая, милая. Спасибо. Спасибо за советы. Смотрю на Леву вашего, в душе цветет все. Левушка у нас вообще. А Кирюша, вы видели, как он к Левушке относится, как Олю он оберегает и помогает ей. Это же вообще... Я смотрю на это, но это просто фантастика. Здравствуйте, здравствуйте, Марина. Мы с вами, вы с нами, мы не одиноки. Пусть ваши мечты всегда исполняются. Кристиночка, спасибо большое. Умничка какая. Блин, при чем тут Африкантова? Там любители ее, тут уважаем Ренессана. И что? Пусть там кайфуют. Конечно, Маша. Вы замечательная женщина, светлый, добрый человечек. Батарейка и позитивчик. Спасибо.
Есть чат марафона в WhatsApp. Да, там несколько чатов есть. По-моему, сейчас 5 или 6 уже. Девочки сами организуют, потому что им так проще общаться, делиться рецептами, там, советами, поддерживать друг друга. Я не препятствую этому. Я вообще, в принципе, очень гибкий человек. И в первом марафоне марафонцы знают это. Если кто-то даже бывало, что срывался, мы всегда все подбадривали и помогали опять восстановиться и продолжать. Поэтому все будет хорошо, не переживайте. Вчера ваша дочь жаловалась на усталость. Почему не помогаете, как с Митей? Ну, вы понимаете, с Митей я была рядом. Я сегодня бы рванула к Оле, когда у нее со спиной была проблема. Но вы представляете, я сама только после приступа мигрени сильнейшего 1,5 часа как минимум ехать, если не 2. Приеду, и через час уже Илья придет. Ну, вы сами поймите, ну я не знаю, как вам еще объяснить. Мне ехать 62 километра. У меня здесь тоже куча животных, большой дом. Муж должен прийти. Я очень хочу продать дом и купить жилье рядом с Олей, для того, чтобы и помогать, и быть рядом. Поэтому вы уж меня не упрекайте. Уж меня упрекнуть то, что я детям не помогаю, мне кажется, это просто несправедливо. Я очень стараюсь помогать. И Оля здесь жила когда-то, когда у них не было квартиры. 2,5 года, и я помогала, чем могла. Поэтому не надо меня упрекать. Мне это неприятно, правда. 26 числа, наверное, желательно мало кушать. Я вам все расскажу в эфире. А я с перепуга ем все подряд к марафону готовлюсь. Кстати, есть такой эффект. Лучше так не делать, потому что вы растягиваете желудок, вам сложнее будет. Постарайтесь так не делать. Хватит, любит она Олю, надоели с нападками. Не оправдывайтесь, вы самая классная мама, супербабушка. Не представляю, если вы продадите дом, переедете квартиру, мне кажется, дом ваше все. Ну, может быть, мы таунхаус купим какой-нибудь поближе, но в любом случае я хочу быть прям недалеко от дочки и внуков. Вот прям недалеко. Сбор денег. Где сбор денег, Тань? Реально глупости пишут, уж Ирина всегда со своими детьми. Вы сегодня очень грустная, улыбнитесь на зло мигрень. Да нет, я не грустная, просто вымотанная мигренью, может быть, но не грустная. У вас, правда, такой приятный голос, обоюкивающий. Спасибо. Мариуполь, привет. Расскажите, была ли у вас трудность отпустить, так скажем, сына? Ходим на занятия с ребенком, психолог, логопед. Говорит, что я мешаю сыну повзрослеть, мол, я его слишком опекаю, сыну 6 лет. Ой, бегите от этого психолога, вы что? Что значит, вы сильно опекаете? Я, кстати, у меня в свое время был такой же вопрос по поводу Мити и по поводу моего сына Олега. И я тоже ходила к психологу. И знаете, что сказал психолог? Дарите любовь своему ребенку. Пусть он чувствует любовь. Столько взрослых, чужих людей, которые его еще обидят в этой жизни. Пусть у него будет тот человек, который его любит, безусловно, всегда. Любовью нельзя испортить. Поэтому не слушайте этого психолога, опекайте и любите своего ребенка. Он повзрослеет. Уж как я своего Олега опекала и любила. Вот, а пожалуйста, отпустила. Живет самостоятельной взрослой жизнью. И от этого он меня меньше не любит, и я его меньше не люблю. Все получилось, все хорошо. Очень вас люблю, вашу семью. Спасибо. Вы нереальная женщина. Спасибо большое. Жизнь в Москве, точнее, передвижение очень отличается от других городов. 10 километров можно час ехать, так как пробки. Это точно. Спасибо за ответ. Вы бы дали спокойно жить дочкам, если бы вам не нравился зять? Я думаю, что нет. Если бы я видела, что зять не любит мою дочь и мучает ее, и что ей тяжело, я бы не смогла терпеть. Спиртное пить в марафоне нельзя. Да, купила квартиру на Кипре, но еще только оплатила первый взнос. В
рассрочку. Какие точные слова детей нужно любить? Конечно. Можно ли отпустить ребенка в 10 лет в лагерь в Крым? Конечно. Я отпускала. В какой момент вы смогли отпустить Олега? Тогда, когда он захотел этого. Пить спиртное нельзя. Где вы живете? В Павловском Посаде. Вы замечательная жена и бабушка. Спасибо за ваши эфиры. Не обращайте внимания на бубнилок и змей. Пусть наедине с собой бубнят перед зеркалом. Кругом одни советчики, как надо жить. Согласна насчет опеки и любви. У Ритки и Олега очень похож голос. Сколько Олегу лет? 20? Доброй ночи, вы красотка. Что думаете об отношениях на расстоянии, долгие командировки? Ничего хорошего не думаю на этот счет. У нас время 3 часа ночи. Почему так вышло? Поэтому так вышло с Кузиным? Да, поэтому именно так, да. Рита страдала в этих отношениях. Калий укрепляет сосуды. Здравствуйте. Нет, ту мне продали еще. Вы говорили о женском клубе? Я говорила, да, но марафон забирает столько времени и сил, и внимания, что я просто физически не смогу. И поэтому, в принципе, у нас в марафоне практически это и есть. Мы обсуждаем любые вопросы, и психологические в том числе. Хорошо вам, когда волосы бьются? Это вот помыла голову и просто не уложилась. Вот такие волосы у меня от природы. Дорогая Ириночка Александровна, рада вас видеть и слышать. Я в марафоне 2 и очень этого жду. Очень довольна марафоном первым. Столько позитива, внимания и заботы от вас получили, что хочется и хочется общаться. Танечка, моя дорогая, я очень жду встречи снова с вами. Вы просто потрясающий человечек. Спасибо вам за это. Красавица, каждый раз смотрю рецепты, хочется повторить, слушая прекрасный тембр. Спасибо. Марафон длится ровно 20 дней. Выражать любовь можно разными способами. Кому приготовить, с кем время проводить, кого хвалить, кому говорить, что он лучше. А лучше все сразу. Любви и заботы много не бывает. Жизнь бывает разная, нужно... Как бы вы поступили, если узнали об измене зятя? Вы бы с ним поговорили или сразу дочери об этом сказали? Я бы с ним поговорила. Спасибо, что с нами в столь поздний час. С добрым утром. Как я понимаю Риту, рада, что она счастлива, хоть мы и не знакомы. Нужно множить и дарить любовь как можно больше. Абсолютно согласна. Скажите, город Рубцовск хороший, стоит ли туда переехать на ПМЖ? Читали отзывы, что загибающий городок. Я бы не переезжала. И сестре своей советую уезжать из этого города. Не жалко продавать дом? Вы знаете, нет. Этот дом настолько классный, и я очень хочу, чтобы он послужил еще большой семье. Нам сейчас здесь уже много места, слишком. Поэтому этот дом должен принадлежать семье большой. Я очень хочу, чтобы он достался дружной семье с детьми. От вас такое материнское тепло, честно. Спасибо. У вас красивые кудряшки. Спасибо. Всем спокойной ночи. Пора спать. Хорошее дело вы делаете. Молодец. Сколько людей страдает от лишнего веса. Да, я согласна абсолютно, что это дело доброе. И то, что очень много девочек становится счастливее от этого. И мы столько позитива черпаем в этом марафоне друг от друга, что я считаю, что это замечательное дело, очень хорошее. Вы бы вступили в марафон с непрофессиональным куратором. Вы знаете, я думаю, что я профессиональный куратор, поскольку я педагог. И педагог с большим стажем. Поэтому я считаю себя хорошим педагогом и хорошим мотиватором. А когда я вступала в другие марафоны, я абсолютно не знала, профессиональный это куратор или нет. Поэтому это выбор за вами. Я никого не принуждаю. Это дело добровольное.
Давайте сделаем доброй традицией на ночь выходить в эфир. После вашего эфира приятные сладкие сны. Мариночка, я очень рада этому. Муж спит, конечно. Ирина, мой муж с Бородулихи. Я там разочек была. Скучаете ли вы о малой родине? Конечно, Ален, конечно. И когда выпадает такая возможность, я всегда туда приезжаю. У меня даже вот есть в ленте и посты про Бородулиху, и как я в школе была там, и как встречалась с одноклассниками. И, в принципе, даже роддом, где я родила Олю и Риту, я снимала, показывала. Вообще не бойтесь ничего. Абсолютно все будет хорошо. Так, ну что, девочки, давайте прощаться, пора спать. А то завтра утром нас ждут великие дела. Всем спокойной ночи. Всем желаю завтра хорошего, продуктивного выходного. Расслабьтесь. Давайте с утра, может быть, что-то испечем. Побалуем мужей. Не знаю даже, что испечь. Может быть, куриную грудку в тесте. Давно не делала, надо сделать. Спокойной ночи. Кстати, может быть, правда сделаем куриную грудку в тесте на кислом молоке? Что скажете? Кто-нибудь делал такое блюдо? Спокойной ночи. Все, мои хорошие, завтра, значит, печем. Приготовьте куриную грудку, кефир, муку, соду, 2 яйца. Будем делать с вами куриную грудку в тесте. Все, всем пока.